Добрый день, уважаемые трейдеры, с вами Академия трейдинга инвестиций, меня зовут Гаценко Андрей, сегодня у нас пятница, 14 июня, последний торговый день, у меня есть некоторые торговые идеи и небольшие новости, которые я сегодня вам расскажу. Итак, первое, что нас интересует, это, конечно же, пара евро-доллар, которые многие торгуют и хотят знать, куда пойдет этот инструмент. Но, в первую очередь, что сказать по евро? Значит, как и предполагалось, инициатива, которая прошла 3 дня назад, потихонечку толкает еврик вниз. Что интересно, на сегодняшний день меня интересует обновление минимума импульсного бара, кульминационного, объемного, который проходил у нас в 7 числа, 7 июня. Сверху и снизу по евро остались площадки очень-очень интересные. Поэтому план по евро у меня будет выглядеть следующим образом. Вот. То есть в рамках лонговой тенденции мы можем, ну, примерно, может, через ложный пробой продолжить рост до верхней площадки по котировочке. Давайте посмотрим точно. Это 13500. Вот. Запас хода между вот этими уровнями составляет 1000 пунктов по пятому знаку. Вот. Как можем поступить? Если сегодня рынок сюда протянет, это будет, в принципе, хороший АТР, да, и здесь уже на Америке можем потихонечку подбирать еврик под соточку, под 13500. В принципе, такой вот план по еврику. Золото у нас прекрасно отработало. Вот. Кстати, мне немножко я не дотянул до 1000%, 934 получилось. Вот. Но я думаю, уже после отпуска добью оставшиеся. То есть надо сделать 1000. Да. С понедельника я ухожу на 2 недели в отпуск. Вот куда поеду, не скажу, иначе отдыха не будет. Вот. Занятия по сеткам будет проводить Нагаев Никита, вот, под моим чутким контролем. И надеюсь, приеду посвежевшим, с новыми идеями. У меня их масса, вот, есть что обдумать. Вот, надеюсь, вы подключитесь к нашим обсуждениям. Итак, золото отработалось, все отлично. Пин-бар в тенденции прекрасно себя показал. Что интересно, дело в том, что вот это место ложного пробоя, вот здесь на лоях, на фьючерсах был пробой, как обычно, да, опять уже 10-е подтверждение о том, что когда вы торгуете золото, надо смотреть экстремумы фьючерсные и уровни стоповые, а фьючерсы не спотовые. Вот, и на объемах, объемы очень интересно показали, очень большую активность здесь, вот, и, собственно, после новостей рынок улетел наверх, вот это место, еще раз говорю, на фьючах пробой был, следите за золотыми фьючерсами и будете ловить вот эти захваты, вот, также, кстати, как это сделал, вот это сделки не мои, это сделки Андреева, Виталия Андреева, вот, интервью с которыми я записал и, думаю, в течение часа выложу, где он, собственно, торговал и сделал здесь за месяц 5% при рисках в 1, собственно, чем и подтвердил свою победу в конкурсе Combine FX, который в том числе и сейчас проходит в Академии трейдинга, и прямо сейчас уже практически 60 пунктов осталось до победы одному из участников. И на кону 6 тысяч долларов. Вот, 6 человек бьются за эту сумму. И вы можете быть одним из них. Записывайтесь на этот комбайн. Самый честный конкурс трейдеров с реальными деньгами. Вот, поэтому
подключайтесь и зарабатывайте вместе с нами. Так, собственно, по евро план такой. По золоту я закрыл лонги, к сожалению, опять же, больше связано с тем, что буду отъезжать на отдых. Цель основная по золоту, кто держит, это 1365 долларов за тройскую унцию. Я считаю, что здесь пробой будет очень активный. Вот, рынок протянет минимум там на 500 по четвертому знаку, но также рядом еще уровень 1375, ну или 1375. Эта зона целевая для золота, те, кто держит лонги отсюда, либо отсюда, о чем я говорил уже не один месяц, вот, и с конца 2018 года, что рынок золота будет торговаться за вот этими уровнями. Вот, и, собственно, сейчас мы видим этому подтверждение. Фундаментальный фон в том, что американцы собираются понижать процентные ставки. Ну, собственно, чего и следовало ожидать. Вот такой план. Да, второй у нас план запасной. Те, кто не прыгнул в золотой паровоз или долларовая идея, можно отработать через доллар-канадец. Где он у меня, кстати? Я о нем говорил на аналитике. Давайте откроем. Доллар-канадец. Кинем шаблончик и поставим недельный таймфрейм. Доллар-канадец откатывает от мощного недельного поглощения. Фактически сегодня пятница. Скорее всего, будет такой маленький внутренний бар. Но я считаю, что пока доллар-канадец находится в зоне 50% отката, можно работать на понижение на уровень 1,3. Круглый уровень. Я думаю, многие любители покупки золота, доллара против канадца будут стопиться под этим кругляком. Запас хода, сколько у нас, 300 пунктов, по-моему, был, да. 300 пунктов по четвертому знаку. Вот такой вот план по этим инструментам. Золото на добой. Еврик можно подобрать с отката. Вот, собственно, такие идеи. Сегодня в 17.00 состоится очередной мастер-класс, мой крайний, собственно, уже перед перерывом по сеточной торговле. Я там буду рассказывать не только по сеткам, поэтому желающие подключайтесь. Следующие две недели занятия будет вести Нагаев Никита по моим материалам. Вот. Кстати, можете послушать его, интересный подход. Кстати, некоторые скрины с торговлей сетками, это с его счетов, он, в принципе, тоже в теме, вот, будет рассказывать вам каждую среду и пятницу в ближайшие две недели. Вчера, кстати, мы провели очень интересный обзор, разбор сделок, вот, и было много философии торговли, такой получился мастер-класс интересный. Если хотите получить запись, пишите нашим консультантам на сайте Академии Трейдинга. Ну, а я, собственно, прощаюсь с вами до июля месяца. Вот. Надеюсь, мои рекомендации помогли вам заработать денег. И те рекомендации, которые мы будем давать, надеюсь, сделают ваш трейдинг более качественным. Вот, вы будете понимать, что торгуете, и наш метод, торговый метод Engie, охота за стопами, действительно зарабатывает деньги. И еще раз, не каждый, да, может дать вам подобные мониторинги абсолютно на реальных счетах за короткий промежуток времени. Можно и разгонять, торговать аккуратно. Агрессивность торговли вы можете выбирать сами, но сам метод и идеология торговли охоты за стопами и работы по дневным площадкам интересный, прибыльный, доходный, проверяемый в тестере стратегий. И по приезду я еще запишу несколько видео по этой теме, надеюсь, они вам помогут и вы будете зарабатывать больше прибыли и, собственно, чем радовать себя и своих близких. С вами был Гаценко Андрей, Академия Трейдинга Инвестиций. Если вам нравятся наши видео, ставьте лайк, пишите комментарии и до встречи в следующих обзорах. Всем пока!